Юбилей уральских офтальмологов. В Екатеринбурге вернули зрение миллионному по счету пациенту. Вера Степанова приехала в Центр микрохирургии глаза из Серова. Ноги еще там не ходят, можно с палочкой. Если не видишь, это все ведь. А я еще занимаюсь цветоводством, цветы сажу, мелкие семена, мне хочется этим заниматься. Поэтому вот букет подарили, я тоже подумаю, черенки, розы эти посажу на память себе. За 30 лет работы центра обследования здесь прошли более 5 миллионов человек. При этом большинство операций и лечебных курсов проводится по программе обязательного медицинского страхования, а значит, бесплатно для жителей области. А уже через несколько часов после восстановления зрения пациент может отправиться домой. Есть пациенты, активно занимающиеся там бизнесом, там, которые не хотят там пропускать работу ни одного дня. То есть они после операции едут на работу, в офис к себе. То есть это нормально, в общем. И никаких ограничений они при этом не испытывают.